Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Goldie Roblox, и у нас сегодня с вами новая серия. В этот раз, ребятки, мы с вами поиграем в игру Brawl Stars, сделаем донат вот этих мега-ящиков, 4 штучки, и поиграем, короче, пофанимся. Погнали! Итак, вот мы зашли в игру. Зашел я, ребятки, в магазин, смотрю, тут крутые акции, на самом деле, ворон, ну слишком уж дорого, пока что не буду я, конечно, скин вообще, огонь, конечно. И вот эти мега ящички реально мне не дают покоя, смотрите, какие они классные, 4 штучки, и всего лишь каких-то вонючих 139 гемов. И думаю-ка я, ребятки, у меня уже 54 гема есть, они задонатят ли мне немножечко еще? Ух ты, ёшкины матрёшкины, какой офигеннейший. Кто такой? Какой-то это, трансформер. А, этот Бо. Я даже не знал, что есть такие крутые скины. Вот этот вообще охренеть. 50 тысяч этих красных штук. Это сколько надо играть, ребятки? Вообще не знаю. Так, ну что? Мы немножко отвлеклись. Давайте задонатим. Я думаю, вот это за 5 долларов купим 80 гемов. И я думаю, мне хватит. Так, происходит магия, как всегда. Тут вводим парольчик. Ввели парольчик, и оно, ребятки, пошло обрабатываться. Да, там какой-то, ребятки, произошел глюк, поэтому я перезашел в игру. И, как видим, нам прибавились наши гемы. Ого, 134 гема. Ну и тут, короче, мы чуть-чуть тупанули, лазанули. Нам-то нужно, ребятки, 139. Мазафака, не хватает каких-то 5 несчастных гемов. И придется донатить опять, блин. Все деньги, которые оставил себе на мороженое, придется кидать опять в Brawl Stars. Ну что, выхода нет, только я думаю брать за 80 или 30. Ладно, мне уже жалко столько денег сливать. Пока что купим за 30, вернее за 2 доллара 30 гемов. Опять вводим пароль, происходит супер магия. И нам пишут, что платеж выполнен, там какие-то баллы в Google Play. И полетели наши 30 гемчиков. И теперь мы с вами можем купить 4 ящичка. Зажимаем, ребятки, пальчики крестиком, чтобы выпало Лего. Потому что уже очень хочется, ну хотя бы какой-то мифик. Итак, первый ящичек, ох, какой он шикардосный. Открывайся. Так, 314 монет, тут походу уже игрока не будет. Куча ништяков, Джину, Динамайку, ПМ, о, нормально, потом будем улучшать всех игроков. Боже мой, сколько сыпет, о, сколько сыпет всего, 15 гемов, неплохо. Итак, второй ящик, ну тут будет, фак, и тут нету нам игрока. Рико, Макс, ну это на самом деле тоже хорошие всякие ништячки, это все улучшает нам игроков. 6 этих билетов, у меня билетов уже как, блин, как, я не знаю, как картошки в селе. Так, и третий ящик, 227, нормально, Джесси. Блин, ребятки, где леги, где мифики, почему ничего не падает? Жалко, жалко, конечно. Ладно, Барли, Кольт. Блин, там, наверное, столько нужно будет денег получать. Итак, последний ящик. Дайте мне! Ну же! Нет, к сожалению, ребятки, 4 ящика задонатили, не выпал ни один игрок. Это какая-то, прям как у Робзи, как он там говорит, проклятый аккаунт, да? Вот, наверное, он сглазил аккаунт Голди и тоже сделал проклятое. Ну, не знаю, мне кажется, в следующий раз нам повезет. Но, тем не менее, смотрите, денег насыпало неплохо. Гемов у нас еще немножко есть, даже можно что-то купить прикольное. Ну, я думаю, я подожду еще какую-то акцию, там, например, игрока какого-то, мифика, Легу, бла-бла-бла. Да, Ворон вообще огонь, стоил 1000, сейчас 559. У кого есть гемы, я думаю, вы можете купить, можете раскошелиться. Но мне пока жалко. Так, что мы можем купить за наши гемы? Можно купить большой ящик за 30, вообще неинтересно. Мега ящик, конечно, можно было купить. Ладно, хватит. Давайте посмотрим, кого мы теперь можем. Боже мой, сколько нужно улучшать. Да, кстати, ребятки, у меня и Прима уже с пассивкой. Офигенно лупит, потом как-нибудь сниму видосик. Он просто нагибает всех и вся, просто-напросто. Так, и рикошета улучшим. Пенни, круто, все мапаем уровни, они будут уже лучше себя показывать в боях. Пэм, вообще Пэм это топовый игрок, очень круто рубит, мне нравится. Так, Барли не сильно много часто играю, но все равно улучшу, потому что он неплохой. И Динамайка обязательно улучшим, очень мне нравится. Була улучшу, улучшу, Брока пока нет. Брок мне не нравится, вообще не нравится. Так, ребятки, очень есть вопрос важный. Как на эмуляторе, ребята, на эмуляторе, когда игра Brawl Stars на компьютере, сделать этот
чертовый суперсел, эту привязку, блин. Тупо не получается. Там я не могу найти место, где вводить свой e-mail. Итак, про клан, ребятки. 508 тысяч кубков. Ну, сейчас уже почти 560. Смотрите, у нас 100 полный фул. Блин, как тут можно сделать больше? Наверное, никак. И сейчас мы подымем несколько крутых пацанов, так сказать, поощрим их вступление нам в клан, потому что спасибо вам, ребятки, вы все молодцы, мы делаем супер клан, хочу делать на лям, минимум на лям, а там будем расти вообще огонь. Я тоже стараюсь, я уже 4100 кубков накачал, то есть буду качаться, хочу до 15к, до 20к выкачаться. Так, пришло время выгнать несколько нубов. Освободим место, так сказать. Пока что выгоняю не то, что самые маленькие кубки, выгоняю тех, кто реально давно не играл. Ну и, конечно, мало кубков. Так, кто у нас еще? Смотрите, Дрейгон какой-то 23 дня назад играл. Думаю, блин, его надо тоже выгнать. Ну там какая-то 1000 кубков. Выгонять, не выгонять, что делать, ребятки? Выгонять, думаю, выгонять. Ну 23 дня не играл, это несерьезно. Нам твоя 1000 не нужна, потому что нам вступит активный человек, которого пусть даже будет та же 1000, но он будет ее набирать очень быстро. Так, тут есть, конечно, ребятки, которые много не играли. Я пока на них, вот Данил, 19 дней, я на них уже смотрю, но пока ладно. Чуть-чуть место освободил, посмотрим, как оно заполнится. То есть 3 места у нас есть. Так что, ребятки, вступайте. Думаю, скоро необходимые трофеи тоже апнем, хотя бы до 1003, думаю. Потому что пора расти, хочу лям. Потом полторушечку и двушечку. Два ляма, думаю, вот нормальный вот клан. Так, тут какие-то терки тут вступали, уходили. Джин почему-то уходил, потому что я помню, что я его уже подымал. А потом опять пришел, потому что он опять участник стал. Так, откроем тут все сундучки, новые события, бла-бла-бла. И вот это вот интересное, там вверху что-то появилось такое. На вчерашний день оно еще было недоступно. Сегодня, думаю, доступно. Проверим. Так, откроем ящичек. Тут, как всегда, ничего не выпадает нормального. Вот какой-то режим. Испытание чемпиона через один день начнется. Очень интересно посмотреть, что там будет. Ну что, пора уже, наверное, сыграть. Хватит тарахтеть языком. Пришло время чуть-чуть понагибать. Пока что, на удивление, ребятки, никто мне не кидает приглас. То обычно только захожу в игру, сразу кидают в разрыв. А тут, наконец-то, я могу спокойненько сам поиграть и потестить нормально ПЭМ. Потому что мне один из подписчиков написал, что ПЭМ это вообще топовый игрок. Вот даже местами лучше, чем Леки. Я, конечно, удивился, но думаю, ладно, попробую. Так. Вот у нас уже две баночки. Почему меня все время хочется назвать их звездочками? Блин, какие они в одно место звездочки? Это банки! Так, это кидает по нам эти штуки, надо уворачиваться. Со мной динамакивает, вроде неплохо так закидывает свои лепешки. Уходи! Гад такой, попал по нам. Ничего, сейчас мы все будет. Буду стараться, ребятки, в этом видосе делать одни победы. Первые места не обещаю, конечно, но второе, третье должно быть. Должно! Так. Пока что у нас мало баночек, чтобы... О, вот две банки, я возьму их! Есть! Банок маловато, чтобы именно... нагло так воевать, нужно чуть-чуть еще аккуратно там уворачиваться, соблюдать дистанцию, то есть потому что жизни маловато, урон слабоватый. Только когда уже будет 10 банок, потом можно будет вообще вся и вся на пролом идти, как терминатор так. У-ху. Ладно. И почему-то еще 4 команды, так долго махач идет, команды не убывают. Пора, короче, вот этого, наверное. А, тут я сейчас затуплю, боже мой, не туда стреляешь, это автоатака меня хумарит. И тут сделал Голди очень большую ошибку. Ты бросил своего напарника, за это ты расплатишься. На, получи. Извини, чувак, тупанул. Как-то я так чуть-чуть был себе уверен и пошел воевать, а оказалось, что нифига не получилось. Ладно, давай, он меня ждет. Сейчас мы, думаю, наверстаем. Уже 3 команды, поэтому даже 3-е место нам уже будет. Там какой-то плюс покупкам небольшой, но будет. Ну что, давай возьмемся в руки. Попробуем нормально сейчас всех нагнуть. Блин, этот Дина. Они тоже красавцы, играют так по стратегии, соблюдая дистанцию. Фак! Я нарвался на эту бомбочку. И мой Динамайк опять нормально, мой напарник. Так держится, красава. Давай, кидай, уходи. О, сейчас, походу, его размочат. Да. О, боже мой, я появился. Я сам в шоке, не понял, как я появился. Но тут, конечно, со всех сторон четверо почему-то... Нет, чтобы друг друга бить, они бьют меня. Ну, понятно, что я самый слабый.
и им нужно было меня отключить с команды, чтобы уже была битва за первое второе место. Ну что, тем не менее, третье место взяли, там чуть-чуть 4 кубочка полетело. И сразу же нажимаем еще. Итак, сегодня мы будем, наверное, играть только в это в столкновения эти. В ящички, да. Потому что как-то так, они мне нравятся. Так, открываем быстренько первый ящичек. С нами играет какой-то Мансур. Какое-то имя такое странное. Барли Мансур. Так, давай, Барли, мочи. Что там кружишься? Когда нужно открывать бочки, он кружится. Ну вот, по 3 баночки мы уже взяли. Уже хоть что-то есть. Нас с двух сторон мочат. Наверное, мы сейчас этого джина будем окружать. Помогу, помогу, помогу. Ох ты, блин, смотрите, ребятки, ворон какой-то, какой-то мажор купил себе за кристаллы вот этого ворона-робота. Офигеть! Но нифига ты нам не сделаешь. Ого, покружимся. Сейчас, давайте Рику. Ух ты, гад такой, есть. У меня получилось, я сам в шоке. 9 банок, вот это уже круто. Этот бой уже получше будет. Так, я тут за деревом стою, мне этот ворон вообще до одного места. Не боюсь, тебя ни граммы. Стреляй, стреляй, сейчас мой напарник появится, он подойдет к тебе, пока у него щит. Джина уберем сразу, заберем плюс 1 банку. Ну же, что ты делаешь? Блин, сейчас я включу аптечку, лечись, друг. И теперь будем их зажимать, зажимать. Есть, этого убили. Давай, наверное, уже ворона пора убивать. Так, ты вот, он нашу аптечку лупит. Давай, чувак, сейчас окружаем. Ух, как он красиво ушел. Не, ну прикольный скин такой, то есть обычно ворон стреляет, по-моему, перьями, да? А тут какие-то такие стрелы, как робот, реально робот. Или ножи, или стрелы. Так, ладно, чуваки, спасибо за банку, это, походу, банка от моего напарника. У меня уже 12 банок, я в шоке, давайте чуть подлечимся, пусть жизни подойдут. Нормалек, так. Да, кстати, ребятки, вчера у нас на канале было изменение. Я у чувака купил там крутую, короче, короче, фотографию купил, забыл это слово на канал. Теперь изменили мы оформление канала Голди, совсем другое, и думаю, оно будет поярче. Так. Ну что такое, что такое? Тут меня зажали. Ну же, еще этого, фак. Все совсем немножко, им было буквально по одному выстрелу. Почему-то не смогли мы взять второе место, ладно. Третья тоже неплохо. Полетели наши опять 4 кубка. И давайте еще попробуем пару боев. Да, ребятки, кто хочет участвовать в видосиках, кто хочет быть в Ютубе, заходите нам в клан, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Давайте более быть активным. Если нету места, говорите, что нету места, я буду там нубарей выгонять. Если у вас хорошие кубки, заходите, всегда рады. Вот, и будем как-то сходиться, вместе снимать видосики, вот как-то так. Мы там с Ильей пару раз снимали, и нормально получилось. Так, ну что, мы сейчас играем в Бо, и мы уже взяли две банки. И сейчас я возьму третий. Он там куда-то ушел, там что-то там стоит, наверное, не увидел этот ящичек. Мы сейчас его возьмем и бегу к нему быстренько. Вдруг там кто-то его уже прессует. Пока никто не прессует. Не, ну Пэм прикольно играет, да, согласен. Так, сейчас вот этого, наверное, разложу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нужен перезарядка. Фу, 66 хп было, вы видели? Еле, короче, это самое, чехлы собрал. Так, на тебе, попал на мину, но успел с нее убежать. Еще бы немножко у Пэм было... Ох, какой пассажир к нам прыгнул, дружище. Ты что вытворяешь? Фак! Сейчас я его, наверное, собью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что такое? О, не получилось, да. Тупо. Ну ничего, второе место. Ну, просто Бул, ребятки, сблизи лупит просто катастрофически. Плюс у него 7 банок было. Он, конечно, сблизи там мне по 3К сразу выносил. Тем не менее, 7 кубков полетело. И мы уже почти с вами 400 набили. Так, тут всякие мелкие подачки от Суперцела. Там вообще мелочь. Ну, мелочь, а приятная, то хорошо. А, кстати, вот с обычного ящика вот этого я выбил пассивку для Эприму. Я просто офигел, у меня тогда челюсть отпала. Так что там тоже есть шанс что-то выбить такое неплохое. Так, этот раз мы играем с Фрэнком. Тоже довольно-таки прикольный игрок. Нормально лупит. Особенно у него ульта офигенная. Он так чух, замораживает, и все.
И у чуваков пару секунд тупо есть перекур, а у нас есть время их замочить. Так, идем вот эту коробку разложим, возьмем по третьей банке. Ну ты, ё-моё, там уже у людей по 4 баночки уже. А, ну сейчас попробую чуть-чуть эту био. Наверное, да, наверное, полечу. Френд там идет, а я сейчас... О, полетели! Чуть-чуть поплыл космонавтом, одну секунду. Всегда мечтал в детстве быть космонавтом. Итак, эту пипи надо раскидать, гадину. Здесь. Раскидали, фак, у меня мало жизни, боже мой. Как так? Это все произошло. Четвертое место, но зато 0 кубков. Поэтому это не считается за поражение. Как-то так очень быстро все произошло. Вроде мы так все хорошо получалось. Всех нагибали, и тут на тебе. Вот так в любую секунду может случиться совсем другое, чем ты хочешь. Как-то так. Вот прям возле нас тут две баночки. Это мы играем с этой зеленой соплей. Без глаза. Где-то свои глаза потерял, сопля. Так, давайте. Две банки взяли. Теперь поаккуратнее. Как-то он тут уж слишком уверенно туда полетел, подергивая своими конечностями. Я бы так не прыгал. Вдруг там уже был, блин, куча чуваков. Так, вот тут близнец. Смотрите, у него одна банка. И он разбил двухбаночную мою соплю. Как так? Какой-то нуб. Я отхожу, попробую тут наверху. Вдруг кто-то тут забыл разбить какой-то сундучок. Есть тут баночки, но походу нема. Ладно. Остается 2 секунды. Сейчас появляется наш напарник. Здорово, сопелька, давно тебя не было. Давай, поиграем. Кстати, у него ник не повьем. Это, короче, польский язык. Это, наверное, чувак реально с Польши. Кстати, давно Мексика, подписчик, он польский знает, давно не проявлял активность. Куда пропал? Не комментишь ничего, в игру не играешь как-то. Как поживаешь, пиши. Всегда тебя, когда вот польских игроков встречаю, всегда тебя вспоминаю. Так, нормально, одну баночку взяли, плюс одну. Это 4 у меня уже, у моего напарника одна, конечно. Но попробуем, пока что только 4 команды еще. Сильно вылазить нельзя как бы. Молодец, еще плюс одна банка. Давайте будем преследовать. Нет, отходим, сопля, отходи. Да что ж ты делаешь, сопля? Красава. Выжил. Но, блин, как мало жизни. Отлично, за второе место уже боремся. Попробуем, конечно, у сопли то 9 этих самых. Ах, как он кусается больно. Эх, как они держат дистанцию, как они умело играют. Да ты что? Я луканулся на ту банку, думал ее взять, и не получилось. Ну, тем не менее, второе место довольно-таки неплохо. Нормально получилось. В общем, сегодня у нас одни победы были. Круто, кубков апнули. Сколько там у меня уже кубков? Давайте посмотрим. Буквально остался еще один бой, ребятки, и будет 4100. Круто. Так, по друзьям, да. Вопрос по друзьям, ребятки. У меня 100 друзей. Как тут максимальное количество друзей? Тоже 100. И нужно ли удалять, например, там неактивных каких-то? Потому что, может, там кто-то меня еще хочет добавить друзья. Вот два каких-то чувачка 66 дней не играли. Думаю, их смело можно удалять. Вот. А остальных пока не буду удалять, потому что пока я не знаю, сколько вообще максимум можно иметь друзей. Голди 2 у нас, вот какой-то плагиат. Кто такой Голди 2? Фак! Да, Илья почему-то меня не пригласил друзья. Тут, возможно, тут такая закладка есть, возможные друзья. Можно приглашать друзей, да. Ну что, ребятки, мы с вами отлично поиграли, подонатили немножко, не совсем успешно подонатили, но тем не менее, выбили кучу ништяков. Хорошо поиграли, одни победы, поэтому, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди очень много интересных видосов. Всем пока-пока!